Буневском сотрудники администрации Химок продолжают вести прием жителей. Воспользоваться уникальной возможностью получить помощь в решении насущных вопросов захотели многие. Этот формат очень востребован. Многие жители приходят к нам в администрацию со своими вопросами. Причем хочу отметить, что это решается даже непосредственно на месте. Екатерина Гаврикова посещает выездную администрацию уже второй раз. Решила прийти пораньше, чтобы успеть проконсультироваться у специалистов разных профилей. Я обращалась в разные отделы администрации. Вот сразу, например, МБУ позвонили, сказали поставить скамейки у нас в парк. Да, там детские площадки, где ограждение сломано, обещали сделать. Поднимала вопрос с управлением ЖКХ по поводу возмещения пенсионерам оплаты по коммунальным услугам. На некоторые вопросы химчанка получила ответы сразу. Для решения остальных необходимо проведение специальных экспертиз. Эти вопросы все будут отработаны сейчас в течение нескольких дней, и заявителю будет подготовлен ответ. Председатель Совета улиц деревни Шемякино Антон Захаров обратился к сотрудникам администрации сразу с комплексом вопросов, касающихся всего поселка. Специалисты приняли решение выехать на территорию и уже там разобраться в ситуации. Оставить заявку на проверку качества воды в колодцах, оценить состояние детской площадки или выбрать место под контейнерную площадку можно прямо на месте, благодаря такому формату, как выездная администрация. Любой житель может прийти и задать свой вопрос и сразу же получить компетентный ответ. Все моменты были зафиксированы на камеру, что впоследствии облегчит работу коммунальщиков. Это идеальный формат, потому что есть возможность показать, не просто на бумажке это написать, а именно показать, что вот проблема, посмотрите на нее. То есть это идеальный формат, я считаю. Поселение Луневское вместе с Кутузовским стали частью городского округа с начала этого года. По инициативе главы Химок первая выездная администрация этого сезона проходит именно на новых территориях. Обратиться к специалистам еще не поздно. Работа выездной администрации в поселении Луневское будет проводиться до конца недели. В течение лета подобные приемы пройдут во всех микрорайонах Химок. Кирилл Петухов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.